Они внедряют инновационные образовательные программы и готовы делиться своими наработками. В Самаре прошел второй этап городского конкурса муниципальных образовательных учреждений «Детский сад года 2023». Свои знания сотрудники дошкольных учреждений демонстрировали в трех номинациях. Команда детского сада номер 2 выбрала номинацию «Ознакомление детей дошкольного возраста с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа». Наш детский сад на протяжении 5 лет работает в этом направлении. И, конечно же, это была уникальная возможность систематизировать и представить наш опыт работы на городском уровне в полном объеме. Конкурс муниципальных образовательных учреждений проходит в Самаре уже в 16-й раз. В первом этапе приняли участие 14 организаций. 9 победителей вышли в финал. От года все больше и больше принимает участие образовательных организаций, которые реализуют программу дошкольного образования. И это нас радует. А коллективы, которые принимают такое решение выступить в этом конкурсе, они на себя накладывают, естественно, высокую ответственность профессиональную и желание продемонстрировать свой опыт. А, как правило, это лучшие опыты. Любой конкурс профессионального мастерства – это возможность показать свой опыт, наработки какие-то. Это возможность и увидеть что-то новое. Поэтому конкурсы профессионального мастерства любые – это та основа, когда и коллектив развивается, и конкретно каждый педагогический работник развивается. Участники этого конкурса при подготовке, при самом выступлении, они находят те изюминки, которые потом используют и другие коллеги в своей работе. В финал конкурса выйдут 7 команд, которые продолжат борьбу за победу в региональном этапе. Виктория Шарая, Константин Головин. События.